Никита – самый младший участник, ему всего 14. Это сейчас для него нет ничего сложного. И перевернуться может, и с бурным течением справиться. А когда все только начиналось 4 года назад, эмоции были совсем другие. Когда я был первый раз на этих соревнованиях, я стоял перед этим сливом. Я еще плохо очень умел. Я стою, грибу назад, и страшно очень было идти в слив. Ко мне сзади поплыл мой тренер, сказал, какие проходить ворота, и столкнул меня слив. Теперь Никита уже не боится такого бурного слива, а его кумиром стал другой участник соревнований – Руслан. В начале сезона он занял первое место, но путь к такому результату был долгим – 10 лет тренировок. Теперь он не просто любитель, он профессионал. Я попал в детский лагерь, меня родители решили сплавить на лето. Вот. В этом детском лагере я увидел эти лодочки, мне стало интересно, я просился, чтобы покататься на них. Ничего, начал кататься, стал ездить с этим турклубом. Вот, стал ездить в Карелию, на Кавказ ездил. Сейчас езжу уже на Алтай на протяжении 4 лет с командой «Горький». Работаю, мне это нравится, сплавляюсь по горным речкам, это интересно. Катание на каяках для участников соревнований не просто вид спорта, это жизнь. Тут нет никаких ограничений, и взрослые, и молодые, и каждый открывает для себя что-то новое и необычное. Это интересно, это адреналин, это очень интересно. Вы попробуйте, сразу все узнаете. Участники, кстати, не только из Нижнего Новгорода приехали, еще из Москвы, Ростова, Казани. Когда-то они просто прочитали о соревнованиях в интернете, а теперь с удовольствием приезжают сюда каждый год. Здесь очень много участников, 30 человек, у нас столько нет в Казани. И, в общем, очень интересные соревнования, с удовольствием сюда приезжаем, уже не первый год. Каякинг – это драйв, это вода. Вода, она бурная, она похожа на мою жизнь, мне очень нравится. Большинство здесь все-таки не профессионалы, но с каждым годом они набирают мастерство, говорит главный судья соревнований. Ребята выступают здесь многие не первый раз, не первый год. И за это время у многих, особенно у молодых спортсменов, да, наблюдается явный прогресс. В Нижегородской области соревнования по бурноводным видам спорта – явление уникальное. Его начали проводить 10 лет назад. Инициаторами стали сами любители. А сейчас это уже настоящие друзья, которые не пропускают ни одного сплава. Алевтина Батурина, Максим Лысянский, «Объективно», ННТВ.